с ним можно быть, в чужой раз выжить. Лягушкой, птичкой, пауком, а мне кем быть, скажите? Прекраснейшая бабочка сказала мне однажды: ты должен добрый быть в пути. Где-то есть друзья, как их найти, не знаю. А если я с пути собьюсь и мимо прошагаю, но бабочка прекрасная сказала мне однажды: ты должен добраться.